Здравствуйте! Вы на канале «Стройгарант Анапа». Весна в самом разгаре. Кубань просто утопает в зелени. Вы только посмотрите, какая красота! Сегодня мы находимся в Темрюкском районе, в поселке Стрелка. Здесь компания «Стройгарант Анапа» возводит жилой комплекс «Встречный». ЖК «Встречный» удачно расположен между двумя морями – Азовским и Черным. Рядом вся современная инфраструктура – администрация, школа, детские сады, дом культуры, парк и сетевые магазины. И, конечно же, плодородная земля Кубани. Для любителей огорода на своем участке – это настоящий рай. В жилом комплексе «Встречный» будет построено 90 коттеджей. Все они будут выполнены в едином архитектурном стиле. Из коммуникаций здесь электричество 15 кВт, индивидуальный септик и скважина. Для вас предлагаются участки от 5 до 6,5 соток с проектами коттеджей от 50 до 130 квадратных метров. Центральная улица комплекса будет освещена, а на въезде установят шлагбаум. ЖК «Встречный» прекрасно расположен относительно поселковой инфраструктуры. На расстоянии до километра расположены детский сад, школа, администрация и магазины. Также рядом проходит федеральная автомобильная трасса «Краснодар-Темрюк». По ней вы быстро доберетесь до Азовского моря, это всего 15 километров, а до Черного – 35. В 13 километрах от Стрелки находится районный центр – город Темрюк. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Звоните на бесплатную горячую линию, номер сейчас на экране. Начать жить на юге проще, чем кажется, вместе с компанией «Стройгарант Анапа».